Что такое доброта и в чем она проявляется, рассказали учащимся 4 класса 20-й школы микрорайона Подрезково. В начале занятия детям предложили поучаствовать в игре, назвать слова, обозначающие доброту, а затем заменить ими слова с негативным смыслом. Если я к вам отношусь равнодушно, а потом к вам как отношусь? Внимательно, молодцы. Затем вместе с учителем дети построили виртуальный дом доброты и изобразили проявление этого качества на бумаге. Этот урок я провела для малышей специально, для 4 класса, для того, чтобы они больше знали добрых слов, чтобы понимали, что такое доброта, усвоили, что должны быть в голове добрые мысли. Ну и, конечно, чтобы их поступки и поведение были добрыми. После урока дети рассказали, что для них значит слово «доброта», как они понимают ее проявление и как полученные знания помогут им в жизни. Доброта – это неотменная часть нашей жизни, которую мы должны исполнять. И она очень важный ключ к тому, чтобы мы были счастливы. Такие уроки проводят в каждом классе начальной школы несколько раз в год. Педагоги считают, что таким образом они прививают детям положительные качества и любовь к окружающим.